а дочка Мирнова, Плещецкий космодром, в университет поступать просто так, набрала 24 балла, поступила неожиданно. И дальше я смотрела на всех, на москвичи, и они мне оказались просто с Марса. То есть вот у нас в общежитии была какая-то такая вот маленькая такая компания, и многие, безусловно, из тех, кто сейчас здесь присутствует, меня просто даже не помнят. Вот. Но я хочу сказать, что для меня вы воспринимаетесь как совершенно родные люди. Может быть, именно потому, что молодость наша, юность была бы совместной. И это так здорово. Просто слов нет. Я буду очень краткой, потому что у нас еще очень много. И всех, конечно, слушать тяжело. Какие-то яркие события из своей жизни. Значит, во-первых, я не пою хвалу геофаку. Как это ни странно. Хвалу именно университету, как огромной такой кухне, которая вот всех собрала, всех объединила и дает какой-то импульс для дальнейшего всего. В себе ощущают пружину, которая только разворачивается, пока не сворачивается. Вот. Правильно, Райка. Помню, ребята, что когда мне исполнилось 50 лет, я приехала на водопад «Виктория». И вот стою под струями этого водопада и думаю, господи, боже мой, какая я счастливая, что вообще поступила в университет, что вот была вот эта вот юность, и что у нас еще, несмотря на то, что нам уже больше 60 лет, у нас, ребята, еще все впереди. И давайте вот за вас, за всех, ура! Чтобы вы все, все были счастливы. И вот дай вам Бог всего самого доброго. Всем. Спасибо, молодец, Рая. Все правильно сказал.